Установить летники у кафе станет проще. Это одна из мер поддержки бизнеса, которую приняли в Новосибирске. Также продлят договоры аренды с хозяевами нестационарных павильонов и ларьков. Подлежали сносу ряд торговых объектов, сроки аренды которых закончились. То есть это законные были объекты, они работали на законных основаниях, но не планировали сроки продления арендных отношений с ними. Сейчас вот эти препоны все сняты, требования к ним снести объекты сняты, и эта норма начала действовать. Это не касается тех объектов, которые установили самовольно. От них по-прежнему будут избавлять и городские улицы. Среди других мер поддержки от городских властей – моратория на проверки предприятий. Кроме того, ставки по местным налогам не будут повышать до конца года. А вот стоимость уже заключенных контрактов по разным работам для городских нужд, напротив, вырастет. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.